поехали в Барселону. Мы поехали в Барселону, да? Сегодня у нас 22 июня. Да, день войны. День начала войны. Подъехали к станции. Будут стараться по дороге, чтобы все их увидели. Хоть где-то, чтобы их увидели. Мы приехали в Барселону, там какой-то фестиваль, не знаю, что такое там. Какой-то. Пласова, Каталония, идем, возьмем такси, потому что ребенок у нас так далеко не уйдет. На такси поедем до аквариума. В общем, на такси нас довезли. Получилось 8.50. Ну что, недорого 8.50 на всю семью. Вот идем в аквариум. Ну, с Лёрой это, конечно, далековато. Из-за ребенка так-то обычно как-то ездишь, не думаешь. Вот ребенок, надо все просчитывать, чтобы он не утомился сильно. Кстати, у нас есть скидочные талончики, нам дали Бонарея, в который мы все время ходим, и нам дали скидочные талончики. Сейчас, по-моему, на 4 евро дешевле получится с каждого билета. Посмотрим еще, сколько билет стоит. Так, смотрите, как я нарядилась. Раскраска. Не такая уж я и толстая. Заколебали. Что-нибудь да придумают. Телефон. Вот мне не понравилось, что вот там через эту фотографию не идти. Вот тут вот такой кафетерий, можно тут покушать. Вот у меня вспышка. Нет. Со вспышкой нельзя фотографировать. Вон какие рыбки. Там написано название их. Какая рыбка это? Маруда. Маруда. Сага. Вариада. Всем привет, аквариума. Вон такие рыбы, которые у нас плавают как раз там, где я плаваю. Ну-ка, как называется? Облада. Вот это вот такая с черным хвостиком, облада называется. Вот облада, она у нас как раз плавает. Тут представлены именно те рыбки, которые вот там, где я плаваю, вот они как раз. И вот это с черным хвостиком называется точка облада. Называется облада. А тут маленькие скаты такие. Тут маленькие скаты лежат. Помнишь, вот это они плавают. Планктон, там в банке плавает. Планктон. А там вон этот, то ли рак, то ли кто-то. Песок выгребает. На рака похож. На голубого рака похож. Вот он, голубой рак. Вот он. А, вот этот огурец, это рыба. А вот таких зеленых я как раз, когда вот снимаю вам, на камере-то особо не видно, вот они, смотрите, какие зеленые, это на самом деле, я говорю, что они зеленые, вот они какие, зеленые, вот как раз там вообще такой зеленый. У меня так под водой плохо получается, не сильно красиво.
Вот такие рыбки. А ну-ка, зеленая это. Тортверт. Вот такая зеленая тортверт. Так круто, что здесь так все написано. Супер. И такие желтенькие тоже. Желтенькие такие же тоже плавают. Видите, тут освещение видно там под водой, когда. О, такое вообще чудо-юдо. Чудо-юдное. А это вообще. В общем, это можно все часами ходить. Смотреть и смотреть. Смотреть и смотреть. Забыла, как называются эти. Не кораллы, а как они называются. Забыла, как эти штуки называются. От них потом кораллы остаются. Вон их как много. Сейчас, может, тут написано. Какие они все-таки цветные. Как все-таки природа красивая. Тут, естественно, тут все подсвечено, поэтому хорошо видно. Радость ребенку. Рыбки, рыбки бегают. Туда-сюда, там много, сям много. А вот эти вот. Эти, кстати, кусаются, гады, такие гадюки. Вот эти черные, гадские вот эти кусачки. Вот такие. Вот это именно вот. Видимо, здесь первое представлено именно то, что в Средиземном море обитается, обретается. Вот они. Вот сколько живности-то растет. Смотрите, как они что-то тут устроили, такой исходняк. Видимо, они живут так стаями, косяками. Боже, тут можно вечно ходить и смотреть, смотреть. Мы Лёшу не берем, ему это неинтересно, и он ходит, ноет потом. И пошлите отсюда. Потому что мы ему сказали. Давай, мы сами съездим. Мурена. Да. А это вот маленькая белая акула, наверное. Это же ведь акулы. Ну это же акулы. Есть какие-то травоядные акулы. Наверное, травоядные. Их, кстати, и едят травоядные акулы. Какие-то не едят. Están ahí en la calle, ¿no? Ostras, mire con B. Это лежит, не хочет двигаться. Спать легу. Отдохнуть легли. Это у нас... А вы тут не посмотрите. Тубуро де Понтед Негрос. Вот тибурон зебра. Вот это. Акула зебра. Тибурон де Пунтас Бланкас. Вот этот. Тибуро Пунтас Бланкас. Это вот с белыми пятнышками. Тибурон. Блин, уже забыла, как по-русски. Акула. Акула, тибурон. Блин, тут же выпало, как по-русски. Капец. А что это они такие носики у них? Такие у них носики. А кажется, что как будто они какую-то палочку держат. Это такой носик.
Какие все-таки они красивые. Смотрите, какие кораллы. А, вот кораллы. Они растут, скажем. Видите, тут эта штучка. Видите, так встаешь, и можно вот так смотреть. Скатки вверх. Акула. Туннели могли. Тибурон Бланко. Смотри, там Мурена! Видишь? И смотрит. Вот третий Мурена. Акула. Я прямо над тобой. Да. Маленькая акуленка. А вон там это, как бы круг делаем, да, вон там, там люди тоже есть. О, скат летает. Вон видишь там этот такой же? Скат летает. Туннель. По кругу, видимо. Скат летает. По кругу везет. В воде. Он не летает. Пульпо, пульпо, это смелок. А у него такой мозг? Куда ты пошел? Нет, это раз, а я засмотрел. Нет, не можно. Ну, туда залазит. Сейчас спрячу, скажи, от вас проели. А вот все тоже подъедет. Ой, вон дядю видишь, вон он там что-то делает. Видишь, видишь? Таких там, по-моему, два даже. Акула сейчас. Нет, они в клетке сидят, акула не съест. Чем-то занимаются они там что-то. Кстати, тут прохладно так. Прохладно тут. Да. Не пожалейте денег, сходите. Ну, что такое деньги? Деньги, бумажки. Это особое впечатление, особенно детям. Это же вообще... €21 стоит на взрослого и 14, ну почти 15 на ребенка. Всем привет из солнечной Барселоны, из аквариума. Смотрите, тут можно этим покормить так их. Почему нас тут при входе сфотографировали? Еще 12
12 евро. А рыбок покормить 4 евро. Можно мороженку поесть. Сколько мороженка-то стоит? А не, нормально стоит. Даже дешевле, чем у нас в Люрете, капец. Можно мороженку съесть. Смотрите, тут черепаха. Вот конусая такая черепаха. Вот плавает, старается, старается. Что-то мне кажется, им там мало места. Мы собрали их туда. Где-то там должны быть пингвины там. Ребятишки вон туда вниз бегают. Что они там смотрят? Смотрите, там пингвины. Жалко, что они не плавают. Что-то все там сидят вверху. Не хотят плавать. Смотрите, там такие лягухи вон. Желтые такие, ядовитые лягухи. А тут, ой, такая же жаба. Это жаба. Что-то она более толстая. Такие тропики сделали. А тут какие-то маленькие рыбки живут. И тут вон цветочек вырос. Смотрите, какая тут. Это вот такой конек. Это что это? Что-то искусственное. Ходики там два. Ходики там два сегодня. Смотрите, это вот такие ископаемые. Вот это вот животное. Смотрите, оно там миллионы лет уже живет. Вон оно там. Где я его видела? Тут что ли где-то. Такое животное. Вот смотрите, он до сих пор живет. Представляете, это такое животное. Оно такое. Совсем доисторическое такое животное. А вот я тут одну блогершу смотрю в ТикТоке. У нее там их так много таких вот. Такая амфибия какая-то. Штука. Ну тут написано, кто это. Ахолот какой-то. Ну-ка. Ахолот, ага, ахолот. А их там даже два. Два сидит. Ахолоты. Ой, что-то тут так жарко. Смотрите, какие там лягухи сидят. Вон такие тропические там сделали. Будут сидеть в таком. Лягухи. Она такая синяя.